В Самаре на улице Мичурина насмерть сбили женщину. ДТП произошло сегодня в 6:15 утра. 75-летний водитель «Калины», ехавший со стороны улицы Челюскинцев в направлении проспекта Масленникова, допустил наезд на пешехода. 50-летняя женщина переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Личность погибшей сейчас устанавливается. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина погибла на месте. Данные пешехода устанавливаются. По данному факту проводится проверка.